Я знал, что придется нелегко. Моя семья прошла через многое. Чем сильнее тебя бьют, тем жестче отпор. Вперед! Но сейчас ты получаешь слишком много ударов. Дальше так нельзя. Подумай о дочери. Знаешь что? Люблю тебя. Люблю тебя. Такой предсказуемый. Блин. Чемпион мира в полутяжелом весе Билли Хоу. Я всем обязан своей жене, Марина. Эй, Билли, уже уходишь? Не останавливайся. Ты мужиком никогда не был. Не надо, Билли. Идем. Я заберу твой пояс. Билли, прекрати! Марин. Нет, нет, нет! Нет, 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 нет! Суду известно о перенесенной вами утрате, мистер Хоу. Тем не менее, вы продемонстрировали опасное поведение в период опеки над дочерью. Папа? Тебе нужна помощь, Билли. Тебя отстранили на целый год, а это означает нулевой доход. Право на опеку остается у социальной службы, пока отец не покажет себя ответственным родителем. Милая. Пожалуйста, я хочу к тебе! Простите. Папа, я хочу жить с тобой! Я хочу к тебе! Я хочу к тебе! Папа! Пойти с тобой? Не, мужик. Я должен сам. Что привело Билли в мой зал? Я ищу работу и место для тренировок. Наши правила не для тебя. Я не могу потерять дочь. Я готов на все. Помогите кто-нибудь! Прошу! Знаю, ты на меня сердишься. Ты ничего, ты не знаешь! Она не хочет вас видеть. Передайте, что я люблю ее. Пусть ненавидит тебя. Ей так будет легче. Хочешь драться за этот титул? Думаешь, ты победишь его? Без тебя нет. Я снова буду драться и верну свою дочь. Каковы шансы Хоупа на победу? Ставки против Хоупа. Билли Хоуп не победит. Он выдохся. Пришло твое время. Вот он твой шанс. Ты сам изменишь свою судьбу.